Exchange представляет. Падре? Padre? Святой отец! Вот твои чертовы улики. Все кончено? Сюда! Сюда посвети! Господи всемогущий! Всем хана. Circle of Confusion. Нет, что вы? Спрашивайте о чем угодно. Unreal Pictures. Расскажите и UNLTD Pictures. Прошу прощения. В сотрудничестве экзорцизм. С Ambush Entertainment. Экзорцизм — это очень редкий ритуал, требующий опыта и веры. Представляет фильм производства студии Of Hollywood Pictures. Но не будем путать веру в ролях. С предрассудком. Клифтон Коллинз младший. Отрицать существование демонов. Клэнси Браун. Как бы мы ни пытались возложить вину на болезни или свалить все на операции на мозге Андре или Ройя. Психологию, демоны живут среди нас. Это факт. Робин Райкун. Нет. Мысль о том, что зло можно победить Мейкон еще Блэр. Большим злом, это... откровенная ересь. А слухи о какой-то шайке охотников на демонов и экзорцистов не более чем слухи. Их просто не существует. Охотники на демонов. Межконфессиональный орден охотников на демонов. Бруклинский приход. В фильме также снимались Стивен Гэвидон, Саманта Бак, Карл Гири, Ларри Фессенден. Композитор Джефф Грейс. Мейкон, дьякон Южной Баптистской конвенции. Рукоположен в сан в 2003 году, вступил в орден в 2007. Эрик, священник Польской католической церкви, рукоположен в сан в 1997, вступил в орден в 2003. Стивен, католический священник, рукоположен в сан в 1993, вступил в орден в 2006. Элизабет, преподобная унитарианской церкви, рукоположена в сан в 2005 году, вступила в орден в 2011. Ларри, пастор пресвитерианской церкви, рукоположен в сан в 1996, отлучен в 2001, вступил в орден в 2007 году. Ангус, пастор лютеранской церкви, рукоположен в сан в 1983, вступил в орден в 1986. Папа Римский умер. Эх, набожный был чувак. Неизвестно, кто теперь будет босс. И как это скажется на приходе. Оператор Райан Самул. Новости на четвертой странице. Ну что за дерьмо? Куда катится мир? Надеюсь, день рождения Ангуса в силе. Мы хотели оторваться как следует. Море бухла, кальян, все дела. А Ангус обожает тортики. Значит, будет ему тортик. Косяк в том, что пристрастие к сладкому не совсем грех. Чуть-чуть смахивает на обжорство. Ну, от этого разве что жопа слипнется. Эй, это мое. Газету положи. Не кипиши, сейчас верну. Тебя в киоске купить, да? Слышь ты, хочешь, спускайся и попробуй отобрать. Святой отец. Какой у тебя отец, дебил? Нашел тоже отца, ё-моё.
Я нашел местечко, где продают настоящие торты, а не какую-то хрень в картонке. Со стриптизершей, то есть греховный торт. Дороговато, конечно. Продюсеры Марк Педерсон и Олди Санчес. Здрасте, мисс Рейни. А также Джон Денни, Дэвид Москоу, Лоренс Мэттис. Посторонним вход воспрещен. Автор сценария и режиссер Джей Ти Петти. О, кто пришел? А девка уже там? Нет, залезет ближе к вечеринке. Чего задумала? Ну так, пошалить, поблудить. Супер, уже завидую. Как-то раз я и вдул. Раз, 100 лет назад. 11 месяцев, во вторник. Я тут второй день была. Чисто секс. Впервые пробовала крэк. Народ, я медитирую. Я женат. Жену зовут Пенелопа. Мы без ума друг от друга, как подростки. Меня сейчас вырвет. Привет, крошка. Я пожарю яичницу. Ты будешь? Я хочу домой. Чё нового, Эрик? Да хрен его знает. Круто. Господи, как он меня бесит. Терпеть не могу Ларри. Очень. Он как нацист, хуже рака. Можете поверить, что Элизабет ему дала. Ему. Чёрт. Просто отстой. Расходы бюджета должны соответствовать качеству грехов. Особенно при новом его преосвященстве. Мы жутко отстали. Не думаю, что кто-то из нас готов спуститься в ад, кроме нас с Ангусом. Тебя? Ты нагрешил больше меня? Да. Представь себе. Откуда ты знаешь? Обжорство, гнев, гордыня. А у тебя одно прелюбодеяние. Измена жене. Да и то годичной давности. Не прокатит, Ларри. Тебя не пустят в ад. Легко на помине. Тебя тоже касается, Элизабет. Последние полгода... Ты греховодила обжорством, мастурбировала и все такое. Ничего дельного. Понимаю, ты новенькая. Я женщина, а ты католик. Что бы я ни делала, грех. Как так получилось, что ты грешишь больше меня? А? Только не надо меня опять грузить фигню из Ветхого Завета. Стивен, какого хрена? Гнев. Дебил. Сесилия пришла. Что? Стриптизерша. Все-таки, а это за что? Гнев. Запиши. Гнев. Хватит уже жаловаться на этого хреноглота. Ты богом забытый выпер до Канана. Папа Римский сыграл в ящик, а новый? Та еще непонятка. Конечно, но мы с ребятами устраиваем вечеринку по поводу дня рождения. Христос вроде не на этой неделе родился. Рождество? Сейчас апрель. Сегодня твой день рождения. С днем рождения, клёвый парень! С днем рождения, клёвый парень! С днем рождения, клёвый парень! Межконфессиональный орден охотников на демонов слушает. Так, Бернард Вайнберг. А ну-ка, дай трубку. Бернард Вайнберг, уверены? Вас понял, ваше высокопреосвященство. Равин Вайнберг. Ядрит Мадрид. Сказали вам библиотека. Равин однажды, равин навсегда. Людские законы ни хрена не значат для принца тьмы. Божьи избранники. Для сатаны, как Пёрл-Харбор. С них он начинает войну. Мне нужен напарник. Кто готов к изгнанию? У меня 5 грехов из 7. Собирайся.
наставник отвез единственного свидетеля в больницу. Они надеются, что смогут пришить ему обратно 4 пальца, если успеют их вытащить из него. Про 5-й не знаю. Черт. Остался, не остался, неизвестно. Никакого шума раньше времени. Пресса нам не нужна. Да понял я, понял. Будь спок. Я вас тут закрою. Если к рассвету ничего не услышу, придется вызывать спецназ. Если не выйдем до рассвета, спалите нахрен все здание. А это, на случай, если найдется палец и ухо. Там еще где-то ухо валяется. Ладно. К изгнанию готов? Точно готов? Есть чем причаститься. Че это за фигня? Готов. Вот, блин. Где мой повелитель? Приказываю тебе! Во имя Господа! Ныне навеки вергаю падшего в адское пламя. Христос повелевает тебе вернуться в ад. И про всех твоих грязных. Господи, наведи ужас на тварь, которая разоряет твой сад. Ты погряз в грехах, как любая из проклятых. А то как же. До встречи в аду, хреноглот. Держу, давай. Приказываю тебе нечистый дух и всем твоим приспешникам! Господи! Приказываю, повинуйся! Я посланник Божий! Несмотря на свою ничтожность, Ларри, святая вода! У меня была только одна! Помоги! Где мой повелитель? Повелителю нужен как Божий помазанник. Что ты задумал? Забрать тебя с собой в ад. Приглашаю тебя. Забери мою плоть. Тебя и твоих приспешников. Искал полку с Библией. Послание от Иакова, мать его! Давай покончим с этим. Я есть Цербер Цурда. Рад за тебя. Открытку из ада пришлешь? Пусть болтает. Я лишь верный пес и только загоняю
Дичь, где мой повелитель? Тридцать серебряников за ваши услуги. Моему повелителю нужен помазанник Божий, слабый духом. Лоренс? Пошел ты, сатана! Стой! Прекрати сейчас же! Черт! Пальчик за пальчиком! Помассируй, мамочке, ножки, лапки! Принеси мамочке вина! Аргус, помоги! Порядок. Господи, он тебе палец отгрыз. Да ты прям провидец. Эй, не хами, остряк. Дай-ка баллончик. Бога ради, за что? Ты чего это затеял, Вайн? Что? Где я? Что? Ангус? Для тебя я святой отец, я тут по делу. Ты призвал грёбаного демона? Какой черт? Мы все еще тут? Все еще тут. Перестань, я же прикован к этому ублюдку! Эй! Так, поиграл, хватит! Руки убери! Мне было видение! Весь город, вся страна, все сгорело. Океаны горели. Сурт сломал врата. И пламя поглотило мир. Сурт? Это что, из Кабалы, что ли? Сурт. Скандинавское божество. Древнее и злобное. Мир погряз в богохульстве. И я пообещала ему избранника Божьего после ухода Папы Римского. Он должен был забрать меня. А вышла полная лажа. В тебя забрался ничтожный выпердыш демона, который все причитал, где мой повелитель, где Почему он? Почему он не забрал меня? Пришло время воспылать. Вот тупица. Я ошибался. Слава Богу. Я ошибался. Аллотрикофагия. Изрыгание странных предметов в процессе изгнания бесов. Церковь испытывает проблемы в современном мире. Сирена Вентер, теолог. Но она все еще влиятельна. В крови взбесившегося библиотекаря найден метамфетамин. Расскажите о происшествии в библиотеке. Происшествие в библиотеке? Лицо, пожелавшее Дыра сохранить анонимность. Дыра в духовном полотне мира. Бюро апокрифических чудес. Скандинавское богохульство зародилось в конце 90-х вслед за серией поджогов и убийств в Голландии, совершенных во славу Сурта. Мы ожидали повторения культа, но понятия не имели, насколько далеко все зайдет. Ёшкин кот. Да ладно, слушай, нормальный папа. А по-моему, ничего хорошего абсолютно. Он симпатичный. Грядут перемены. Звонят. Сидите, я открою.
Здравствуйте, меня зовут Клинт Лапьер, меня прислала Бруклинская епархия. Да? Проходите. Добро пожаловать. Народ, это Клинт. От епископа. С чем пожаловал, Клинт? Я бы хотел поговорить со старшим диаконом. Не уверен, что Ангус в настроении разговаривать. Чем это пахнет? А почему нет героев комиксов с именем Клинт? Не в курсе? Мне нужно поговорить с тем, кто тут главный. У нас новый Папа Римский, и наш епископ получил приказ сверху. У нас проводится чистка кадров. А ну-ка, цыц, помолчи. На повестке вы, Орден Охотников на Демонов. В церковных анналах о вас почти ничего нет. Спрашиваю еще раз, кто тут главный? Вон тот парень, наш босс. Здрасте. Преподобный Стивен Варгас. Для вас просто Стивен. Преподобный. Препод. Разотрите, это просто лосьон. Сюда, пожалуйста. Можно тебя трахнуть? Нет. Опять! Можно меня. Здравствуйте. 30 лет. Черт, он опоздал на 30 лет. Ангус, знакомься, это Клинт. Убери этого дебила с глаз моих. Что? Мне некогда. Да вы знаете, кто я? Я таких за версту чую. Зуб даю. У него лобок фигурно выбрит. Где Ларри? Ну... Ларри! А я больше не могу торчать дома и гадать, чем ты тут занимаешься все время. Милая, не начинай. Я трачу себя на какую-то ерунду вместо того, чтобы заняться делом. Ларри! Я просто хочу, чтобы ты появлялся Ларри, дома. Ларри, а ну-ка взгляни сюда. Я вообще-то занят. Вайнберг пытался вызвать Сурта. Сурт – богоубийца и творец древнескандинавского апокалипсиса. Привереда метит исключительно в божьих избранников. Только Равин напутал с расчетами. Все должно было случиться 30 лет назад. А вот в этой... О чем это он говорит? О древних божествах. Они хуже демонов и проклятых. Древние божества? Это богохульство. Это наша работа, андроид хренов. Что вы делаете? Сейчас. Играя в соблазнение. Короче, сначала оскорбляешь девушку, потом даришь ей дорогую вещицу, и она считает своим долгом согласиться по-быстрому. Или вы имели в виду кирпич? Закаляю костяшки, чтобы улучшить удар. Вы тут единственный нормальный? О, считаете, на мне все это шарашка и держится? Сливки? Да. Мейкен, ты там? Клинт, то есть мистер Лапьер хочет задать тебе вопрос. Мейкен? Он, наверное, спит. Если его нет, я покажу его комнату. Мейкен, я открываю дверь. Ой! Привет, мальчики. Закройте дверь с любой стороны, а то кролик сбежит. Спасибо. Мистер Лапьер, мы могли бы работать более продуктивно, но ближе всего к властям у нас Ангус. А он не очень похож на управленца. Вы учились на факультете менеджмента? Нет. Что это? Так, это наш гроссбух. В этой книге я веду учет грехов. 7 смертных грехов, 10 заповедей. Чем больше нарушишь, тем больше вероятность попасть в ад. Не меньше 4 из первого и 6 из второго. 4 из 6? Грехов. Мы грешники. Я думал, вы божьи помазанники. Именно. Наш удел бесы, типа крайняя мера. Если ничего другого не остается, можно пригласить демона завладеть своим телом и загнать его в ад через самоубийство. Но ад нужно заслужить. Нельзя попасть туда, если ты благочестивый праведник. Ладно, ну-ка, проясните. Вы живете во грехе. Чтобы в вас вселился демон.
а потом совершаете самоубийство и буквально затаскиваете демона обратно в ад. Другого пути нет. Мы добровольно идем на эту жертву. Я что-то не пойму. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Это требует высокого уровня дисциплины. Я скрупулезно веду записи. Я тот, кому не все равно. Постойте. Кажется, Ларри сочкует. Надо проверить. Окей, за мной. Привет. Эй, Стивен, я тут ворую. Не забудь записать. Огненный вихрь сломает врата ада, а праведная кровь, принесенная в жертву, распахнет их настежь. Праведная, помазанники божьи. То есть Сурту необходимо вселиться в священника, а затем принести себя в жертву, чтобы сломать врата ада. Тук-тук. Ребята, мы с Клинтом порылись в записях. И Ларри, ты не очень-то преуспел во грехе. Так что, если будешь помирать, и тебя соборуют, может быть, попадешь не дальше чистилища. Иуда. А что? Зачем же тогда вести учет, если не ради порядка? Я думал, вам захочется знать, что он отлынивает. Ладно, виноват, немного отстал. Спасибо за бдительность. Пенелопа посещает группу анонимных алкоголиков, а я поддерживаю ее. Она сдурела? У нее проблемы. У нее? У нее-то проблемы? Да. Духовность превыше вины перед женой. Дисциплина превыше всего. Да я только тем и занимаюсь, что грешу. Жопу мелкие проступки. Речь о качестве грехопадения. Убийство, прелюбодеяние. Ты давно своей жене изменял? 11 месяцев назад. И горько поплатился. Охотник на демонов, это тебе не хрен собачий. Ты должен хвататься за любую возможность согрешить. Вот, возьми-ка. Желтенько. Я тут разбавил свои испражнения. Выпей до дна. Трахни Мейкона, а потом поговорим про священный долг. Мейкон, спускайся. Эй, вы оглохли? Звонок по линии епископа. Я возьму. Вы в порядке? Вполне. Августинский орден охотников на демонов, Бруклинский приход. Мейкон, вазелин захвати! Итак, огненный вихрь. Спасибо, ваше преосвященство. Вызов на изгнание. Некая миссис Хоббик из Кобилл-Хилл утверждает, что унаследовала демона. Унаследовала? Так она говорит. Бред какой-то. Где Мейкон? Парится. Бери его с собой. Слава Иисусе! Нет уж, с меня хватит. Вы не представители нашей церкви. Ваши действия – кощунство. Вопреки законам общества и Слову Божию, я сделаю все, что в моей власти, чтобы вас разогнали и отлучили от церкви немедленно. Дашь мне свой проездной на метро? Он на месяц, смотри, не потеряй. Вы не... Стой! Будь осторожна. Отвали, Ларри. Мейкон, есть работа. Лиз. Чего тебе? Привет. Мы вроде как уходим на изгнание. Ясно. Я типа принес тебе цепочку на удачу. Ух ты. Это бусы в подарок. Настоящее серебро, много карат. Ну так, ничего особенного. Здорово. Спасибо. Это очень мило. Пожалуйста. Нам пора. Идем? Ага. Ну ладно. Угу. Чао. Ну давай. Повеселитесь. Вот курва чертова. Блин. Блин. Мой муж Аксель был священником в пресвитерианской церкви Сан-Эмброуз на 95-й улице. Не знаю, верят ли пресвитерианцы в экзорцизм. У всех свои бесы, миссис Хоббик. Мы хотим помочь. Он умер 3 дня назад. Я унаследовала несколько зданий.
Где он? В психе раскосом. Вы имеете в виду азиатов или что-то неприличное? Синдром Дауна. Он там, в подвале. Кастро говорит, он уже был тут, когда мы переехали. 12 лет. Нам с мужем пришлось присматривать за ним в течение 17 лет. Мальчик был одержим. Врачи не могли ему помочь, так что мы решили, что лучше всего будет запереть его там, где он никому не причинит вреда. Вон там. Минутку. 29 лет? Он здесь почти 30 лет просидел? Ему было 6, когда все началось. Заходим. Посмотри на ошейник. Железный. Древнеевропейское колдовство. Заклинание. Смуроботы. Я обожал их в детстве. Он ведь еще как ребенок. Нет. Он во власти демона. Мы бессильны, пока на нем ошейник. Ну, разве можно так с детьми? Мейкон? Мейкон! Ты со мной? Рагнарёк. Назови себя. Пробудившийся из глубины. Как твое имя? Ты славная лошадка-проповедница. Ох, я бы покатался. Именем Христа назови себя. Христа. Та-та-та-та. Твое имя. Крошка Лизи, проповедница, гордая. Да, гордая, талантливая. В тебе нет веры. Именем Христа. Кто ты? Великий Бог. Ваш почти сравнялся со мной. Готовься. Заклинаю тебя, древний змей-искуситель, судьей всех живущих и упокоенных, твоим создателем, во власти которого низвергнут тебя в ад. Изыди прочь в благоговейном страхе вместе со своими дикими приспешниками из этого раба Божьего. Вострепещи перед могуществом Господа, который взломал темницу и повел души к свету. Знаешь,
что еще сделал старый священник с бедным ребенком. Мейкон ничего не напоминает. Прошу прощения. Пошел ты, ублюдок. Ублюдок. В жопу воспоминания, в жопу роботов. Выродок. Свяжешься с охотниками, тебе конец. Чертов ты, сукин сын. Мерзкое отродье. Я тебя прикончу, сраный ублюдок. На, на, паучи, на. На! Мразь! Ты сучий хрен! Будь ты трижды проклят! Выпердыш кровавый! Посмотри, что ты сделал с моим лицом! Давай изгоним этого гуника к чертовой матери! Именем Творца приказываю тебе, беги и зайди в позорном поражении. Покинь плоть раба Божьего, сойди в ад и предстань пред огненным судом. Сними с него ошейник. Властью Христа заклинаю тебя, церковью человеческой заклинаю тебя, именем Христа, изыди! Спасибо. Вы разожгли огонь, помазанники Божьи. Вы освободили меня, чтобы я уничтожил этот мир. Во имя Господа, кто же ты? Во имя себя, родимого. Я есть Сурт. Во имя Господа! Ты сломала лошадку. Мне нужна новая. Закончили? Лицемерная шлюшка Господня! Возвращайся в ад! Я Сурт. Во имя всего святого! Я восстал и принес вас из сплетения. Да не убоюсь я! Я черное солнце в небе. Не убоюсь! Не убоюсь! Моя! Возьми меня! Приглашаю тебя! Забери меня! Овенница! Откуда у тебя цепочка моего пса?
анекдот, хочешь? Давай. Чего спрашиваешь? Сидит, значит, в желудке салат. Вдруг сверху кто-то падает. Вот! На какое-то время я стала им. Я узрела край бездны и горящее трухлявое дерево. Мессия был во мне и владел мной, он прав, огонь во благо. А ваш бог один из многих, слабый и спесивый, он заслуживает пламени, ножа и погребения. Что за мессия? Сурт. Где Элизабет? Они улыбаются друг другу. Где Элизабет? На рассвете Сурт спалит этот мир дотла и обнажит истину. О, слава ему! Эй! Эй! Где нахрен Элизабет? Подохла, сучка, как и все мы в этом трухлявом мире. Утром жертву обнаружили с ножевым ранением. Устроили поджог. По городу прокатилась волна убийств, изнасилований и ограблений. Зафиксировано 4 самоубийства. Взрывы раздаются повсюду. Мейкон в больнице. Врачи меня чуть в полицию не сдали. Повезло, что выжил. Вытащи его оттуда. Больница – притон сатаны. Вдова так и не сказала, где Элизабет. Элизабет ушла. Мы вернем ее. Это наш долг. Наш долг? Отправлять демонов в ад любой ценой. Ей не хватило духу полоснуть себя по горлу. Теперь нож у нас. Погоди. Ты хочешь убить ее? Она одна из нас, Ангус. Это же Элизабет. Это больше не Элизабет. Ты же не даешь имена телятам на убой. Будь у нее хоть половина дисциплины, которой требует эта работа, она была бы уже в аду, вместо того, чтобы громить наш мир. Она облажалась, Ларри. Нет, 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 ее надо вернуть. Вы трахнулись по-быстрому разок. Чего? Господь, кстати, на это и внимания не обратил. Мы ее потеряли. Она не первая. Я уже давно этим занимаюсь. И видел, как ушло много достойных. Мы же друг за друга горой. Главное – дисциплина. Непослушание подобно утрате веры. Без веры ты перестаешь быть охотником на демонов. И священником в том числе. Эй, пошел ты! Сурт вырвался на свободу. И богоубийца ищет границу ада. Нет времени распускать сопли. Возьми себя в руки или уйди прочь с дороги. Забей на нее.
забей. Или проваливай ко всем чертям. Ангус. Дай-ка сюда. Видишь? Прочь с глаз моих недоделок. Проваливай. А на выходе не забудь смиренно потупить глаза. Сосунок. Господи Иисусе. Не спишь? Ты пьян. Трудный день. Ты не просыхаешь. Работа такая. И как тут мне не забухать, если от тебя постоянно несет виски? Это моя работа. Тебе придется сделать выбор. Проповедница скрылась из виду. Пастор Элизабет Кук. Но оставила после себя пожары, несколько трупов и много пропавших без вести. Покажи им. Сначала десятки, потом сотни людей покинули дома и просто пропали. Обещали помочь всей организации, чтобы работать продуктивнее. Что происходит? Нас закрывают. Приказ епископа. Вы опорочили церковь, все ее идеалы. Что? Почитайте Библию. Иисус запечатал врата ада, когда сошел на землю. Ты веришь в Бога, но не веришь в ад? Я верю в Иисуса и знаю, что ада не существует. Нам ни к чему недоразумение вроде вашей организации, которая якобы изгоняет демонов. А вот тут... Я готов поспорить. Ватикан назначил настоящих священников бороться с аномалиями. Приказ датирован 11-м. До заката освободите помещение. 11-е? Ядрит Мадрид! Рождение Христа! Не поминайте его имя всуе. Поговори мне тут про всуе, сраный червь. Поганец! Черт побери! Проклятие! Хрень! Ларри. Это не приказ епископа. Это из Opus Dei. Епископ предпочел не вмешиваться. Здание зарегистрировано на церковь и принадлежит городу. Opus Dei? Вы даже не духовенство. Мы не подчиняемся гребаным профанам. Ваши счета заморожены, связи с церковью аннулированы. Вы не ведаете, что творите. Уже натворили. Мразь поганая! Извините. Вот бляха. Просто не верится, что я был таким невинным. Наивным. Какая, собственно, разница? Я думал... Святую воду, Библию и веревки. Времени у нас до полуночи. И что? Ад разверзнется и поглотит все живое. Господи Иисусе. Стивен, какого хрена ты расселся? Слушай, ты, шелуха жопы прокаженного, возьми свой грузбух и проверь, кто из этих задротов готов сойти в ад. Твой последний грех?
Уныние? Мы отправляемся на войну. Трахни уже кого-нибудь или своруй. Не спускайте глаз с мумии. Его поимел демон. Ему нельзя доверять. Я в порядке, Ангус. Эрик, допроси вдову Хоббик. Она 30 лет держала этого ублюдка в подвале и 100 пудов знает, где появится огненный вихрь. А мне что делать? Тебе? Я тут. Ха. Зачем это все? Мы проиграли. Зачем? Затем, что я еще недостаточно нагрешил. А мой член вот-вот взорвется. Если не поедешь к этой чертовой вдове, то оттрахаю так, что месяц в раскорячку ходить будешь. Только тапки надену. Какого хрена? Мы уже были тут с копами. Нам нужна миссис Хоббик, вдова покойного владельца. Я знаю, о ком вы. Она последней видела нашу подругу, надо ее найти. Бешеная сука ушла, и псих тоже. А я думал, он заперт в подвале. Но она его типа выпустила. Где она? Бешеная сука пришла, забрала психа, и они пошли искать какую-то куртку. Я про себя подумал, где они собрались искать куртку? Вы о Сурте? Чего? Сурта. Вы английски понимаете, не? Она забрала Дауна, они что-то вещали про великие жертвы и как найти великую куртку. Великие жертвы? Черт, да тут целая корзина смуроботов. Можно парочку? Слушай, сколько влезет? Минутку. Вот черт. Она говорила про людские жертвы. Чувак, в самом деле, да, подтяни свой английский, да. Что это? Это быть на психе. Наверное, так они удерживали Сурта в подвале. Тут письмена викингов. Тебе твой кореш ответил? Да, это Вавилонский перст. Бюро получает ту же головомойку от Ватикана, что и мы. У них даже пушки отобрали. У них стволы есть? А у нас почему нет? Полиция Нью-Йорка говорит, еще 200 человек пропало без вести на прошлой неделе. В большинстве случаев остались следы борьбы, обгоревшие предметы, кровь на полу. Соседи слышали крики. 200? Как это не попало в новости? Думаешь, все мертвы? А, Сурту не нужны трупы. Он собирает армию адептов. Бюро апокрифических чудес. Сурт отправляет в бой живых. Собирает последователей, развращает их умы. Людей словно охватила волна истерии. Бывшие законопослушные граждане вытворяют немыслимое. Совершают преступления, которые оставят шрамы на целом поколении. И вдруг ответственность за деяния сатаны легла на плечи полиции и врачей. Люди совершенно не готовы к такому повороту дел. Это побоище. Эй! Я б на вашем месте туда не ходил. Шевели задом. Хорошо. Ангус, Ларри. Отлично. Вся шайка в сборе. Сегодня черт, двери закрываются и больше никогда не откроются. Это отец Атертон. Передайте ему наиболее незаурядные дела. Он не справится. Еще как справится. И гораздо эффективнее, чем вы, и при этом... Задержите его. Не оскорбляет церковь. Еще раз тронь, будешь мертвее, чем крайняя плоть после обрезания. У меня полно работы. Ангус, нас закрыли. И что, теперь забить на сатану, потому что какой-то сраный псевдофарисейский хреноглот заявился с парой бугаев и полупедиком? В баню! Срал я на них с высокой башни! Это не работа, это призвание! Нельзя отстранить от миссии господней!
Отвали от него! С дороги или пожалеешь! Меня демоны трахали, ты мне не авторитет! Вышвырните его. Я за ножом. Кроме тебя, ты оставайся. В принципе, меня торгую. Остановитесь, немедленно прекратите! Кому крови пустить? Прекратите! Стоп! Сукины дети, всех поубиваю! Прости, я думал, мы все еще деремся. Так, все, хватит. Остановитесь, или я вызываю полицию. Ты не знаешь, к чему это приведет. Да ну, это институт христианства. Христианство? А все ваши действия – это анафема. Ты, крыса офисная, с опасными иллюзиями насчет компетентности. Отвечаю, сам Христос навалил бы у тебя на пороге. Уведите его. Лорен, не позорься. Иди домой. Это наша работа. Наша религия. Наша жизнь. Куда нам идти? Домой! Домой! Это и есть наш дом! Что? Пенелопа. Это твой дом? Я принесла тебе обед. Хотела обсудить все, что с нами происходит. Найти решение, но ты уже все решил. Элизабет, подожди! Элизабет? Это меня. Межконфессиональный орден охотников на демонов. Бруклинский приход. Это моя забота. Чувак, какого Эй! Черта? Ну уж нет. Это отец Баттер, исполняющий обязанности главы ордена охотников на демонов. А ну, отцепись от него! Ангус! Конечно, ваше преосвященство. Я все понимаю. Сию минуту. Мне нужно идти. Я с тобой. Что сказал епископ? Это не ваша забота, не лезьте. Хрен из два. Это сурт? Отвезите старика в больницу, остальных, чтобы не было к моему возвращению. Идемте, святой отец. Прошу. Ангус, тебе надо в больницу. Отвали! Ларри, догони Пенелопу. К полуночи мы все подохнем. Какая разница? Ты твердишь это целый день. Что будет после полуночи? Суд откроет врата ада. Идеальное богохульство. Завтра день рождения Христа. Рождество давно прошло. Какое Рождество? Это случайная дата, которую взял из головы какое-то чудило, чтобы задобрить язычников в V веке. Завтра истинное Рождество Христово. А сегодня мы умрем. Надо помолиться. Боже, ты совсем ничего не понял. Сурт. Не какой-то древнеязыческий убивашка. Он бога-убийца. Он уничтожит не только нас, но и бога, и ангелов, и рай. Все, мы сдохнем, а наши души никуда не попадут. Вот какова цена этого. Слушай, Господь, неуязвим. Думаешь, он на нас не рассчитывает? Оставил бы он нас, если бы мы не были ему нужны. Да какой Господь будет тратить время так бездарно? Мы нужны ему. А мы его подвели. Господи, мы подвели тебя. Знаете, почему в комиксах нет героев по имени Клинт? Имя-то крутое.
Нетрудно догадаться. Дешевые чернила в старых комиксах. Буквы сливаются, и в итоге получается не Клинт, а конец. Тем временем. Я раньше никогда не был на изгнании. Вы справитесь, мистер Лапьер. Просто слушайтесь меня. Можете звать меня Конец, Святой Отец. Хорошо. Конец. Никакой конец нам не указ. Есть карандаш? Мягкий подойдет? Супер. Что-то там жертвы. Безликие? Где, блин, моя пушка? Я должен знать. Сердце болит. Куда бы пошла Элизабет в поисках границы ада? Повторяю, Элизабет больше нет. Она чертов демон. Огненный вихрь сломит врата ада. Это зависит от качества греха. Это не только убийство. Не безликие, а великие жертвы. Ты неисправим. Где в Нью-Йорке ад ближе всего к нам? Стейтен-Айленд. Великие жертвы. Вот, великие жертвы. Великие жертвы на Стейтен-Айленде. Ладно. Собирайтесь. Отправим богомерзкого хреноглота в ад. О, да. Вот он, вихрь. В его центре разлом и проход в ад. И как он выглядит? Пылающая вагина. С зубами. Как нам вернуть Элизабет? Черт тебя побери, не будем ее возвращать. Ее нет. А вот это, чтобы запереть демона. Прикончим сучку, и оба отправятся в ад. Встанешь у меня на пути, полетишь с ними. Их там сотни. Что ж, с нами Бог. Назовите мессию! Или все сдохните! Детектив Эллорад? Какого хрена ты творишь? Наслаждайся религиозным торжеством! Вы пришли принять истинного мессию! Кого именно? Бога и спасителя нашего Иисуса? Сурта Черного! Тогда прочь с дороги, кощунский хреноглот! С нами Господь. Заткни его. О, черт. Вот же черт. Застрели одного для примера. Обойма пуста. На этот раз работает. То было чудо. Вперед. Ну ладно. А ну налетай. Сейчас всем кишки повыпускаю. Давай, давай.
порядке. Уведи Ангуса и найди Лис. Я их придержу. Их слишком много. С нами Бог. Изыди, змей-искуситель! Сатана, вергающий мир в пучину соблазна! Разрядные отщепения! Богохульники! Дрогни перед святым Архангелом Михаилом! Приспешники ложного бога! Клин! Рагнарёк! От дьявольской сети! Избави нас, Господи! Изгони сатану в ад! И всех его порочных духов взываем к тебе! Услышь! Да устрашись лика Господня! Смиренно молимся! Клин! Смиренно молимся! Проповедуй кому-нибудь еще! Убийство, похоть, отчаяние. Достаточно грехов. Врата разверзлись. Пришли мне помазанников Божьих. Господи, Лис! Сот! Вихрь! Дайте ошейник! Дай сюда! Хреноглот! Сатана! Изыди! Поганый искуситель, полный лжи и коварства. Враг добродетели. До встречи в аду. Пусти Христа, ты гнусное создание. Я знала, ты меня любишь. Заткнись. И свою сучку-жену тоже. Бездушный, ленивый, далекий от Бога. Ларри, мы могли быть счастливы. Откройся Христу. Мы еще можем быть вместе. Испытание Господне. Эта земля заслужила свой ад. Тебя и твоих приспешников забери меня.
сними ее! Быстро! Снимай! Грозил! Сними железо! Пошел ты, ублюдок сраный! Отправь меня в ад! Убей меня! Сейчас же! Не могу! Ай, грёбаный ты трус! Соверши жертвоприношение! А вот и жертвенный ад! Прости, Янгус. Тебя соборовать. Даже не вздумай. Ребята, привет. Мы выиграли. Да? Ура! Ура! А? Кто-нибудь видел мой нос? Отсуществует. Ладно, короче, я ошибался. Простите. Орден охотников на демонов будут спонсировать до конца дней. И чего нам теперь делать? Как быть? Без Ангуса все как-то... Он спас нас. Кто возглавит орден? Он поддерживал дисциплину. Правда же? Хочешь, я буду время от времени звать тебя хреноглотом? Ага. Эй, он в хлам. Нам надо бы его уложить. Прости за палец. Я в порядке. Я в порядке. Я буду по нему скучать. Черт. Мы живем, чтобы сражаться. Давай. Прости. Прости. Это я, прости. Придержи с той стороны. Ангус. Да. Это я виновата? Нет. Я была не готова. В следующий раз будешь. Мы будем грешить вместе. И ты будешь готова. Да.
Привет, детка. Ларри. Что? Возвращайся домой. Уже иду. Если вы верите в демонов, это лишь один из аспектов веры в Бога, так? Нет лучшего способа вновь привлечь внимание верующих, укрепить веру, чем запугивание их адом. Это было только начало. Проповедница оставила часть себя в воротах. Они были приоткрыты всего чуть-чуть, но этого хватило. И у нас не было возможности подготовиться к тому, что надвигается. Стоп! Снято! Можете снять это? Роли дублировали. Александр Воронов, Антон Савенков, Анастасия Лапина, Станислав Стрелков, Иван Калинин, Алексей Шатхин, Александр Зачиняев, Александр Белый, Владимир Рыбаченко, Дмитрий Чернов, Исмаил Диадзаде, Татьяна Шарко, Юлия Яблонская, Олег Лобозин. Режиссер дубляжа Сергей Сулименко. Фильм дублирован на студии Soul Pro в 2013 году.